Всем привет, меня зовут Яна Шаникова, я автор необыкновенной гимнастики шани-йога или йога на лошади. И сегодня я вам расскажу, в чем ее польза и уникальность. Моя методика безопасна. Занятия проводятся на крупных лошадях породы французский першерон. На их широких спинах выполнять различные асаны легко, удобно и тепло, поскольку температура тела лошади на 2 градуса выше, чем у человека. И можно смело сказать, что это такие большие грелки. Заниматься шани-йогой можно в любом возрасте, при любом уровне физической подготовки. Данная программа сочетает в себе асаны йоги, физические, дыхательные и гимнастические упражнения. Наши лошади спокойные и добрые, заряжают положительной энергией, как фильтры очищают от любого негатива. Ручку вверх потянемся, весь позвонок вытягиваем, девочки, тянемся вверх, тянемся. Ножки, если сильно больно под себя, можешь чуть пошире их сделать. Таз приподнимаем. Медленно ножки вытягиваем перед собой. Таз, 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 Катюш, на руки больше упор. Упирайся в ручки прям. Чувствуйте баланс. Баланс тоже очень важная часть, которую нужно развивать. Это вестибулярный аппарат и правильное положение осанки. Умница, стоим, 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 стоим. Молодец, умница, молодец. Отлично, супер. Эта энергия, она непередаваема, действительно. И словами это не описать. Это надо прочувствовать. В точку спокойненько, Катенька, спокойно, молодец, в точечку, молодец. Молодец, умница, стараешься коленочки еще больше выпрямлять, выпрямлять, вверх, вверх, тянись вверх, молодец, умница, и медленно опускаемся в точечки. Умница, спокойно плечики, молодец, выпрямляй локти. Молодец, умница, медленно опускаемся. Меняем ручки, меняем ножку. Расслабляйся, умница. Теперь ручки сюда ко мне. Расслабляйся, выдыхай и поползли. Глаза оставляем, голову оставляем. Молодец, умница. Стоп. Нет слов. Просто хорошо. Просто хорошо. Во-первых, хочется сказать большое спасибо Яне за то, что она придумала эту уникальную методику. Потому что она действительно помогает почувствовать себя лучше, почувствовать свое тело лучше, избавиться от негативных мыслей, расслабиться. Что бы ни случилось в будничных днях, когда приходишь на шани-йогу, и после занятий всегда становится легче, потому что ты расслабляешься, и все приходит в порядок. И мысли. И мысли, и тело, и душа. Если хотите подарить себе новые необычные ощущения, почувствовать радость от общения с мудрыми животными, открыть новые возможности своего тела, шани-йога – йога для вас.